Peugeot 408, задние сайлентблоки, балки, давно просили. Давно хотел поменять. Сейчас в ТикТоке вот так меняют. Так берут, так. Типа вот-вот-вот. И все, он там. Все, погоди. Не работает. Ну вот два сайлентблока, один снятый, другой новый. Новые, конечно же, не оригиналы, потому что оригиналы что-то там вообще фантастических денег стоят. Но вот эти вот оранжевые хорошо выглядят. Оригинал по сравнению с ним, ну, выглядит не намного лучше. Прям очень похожие, но цена в два раза меньше. Пока поколение тиктокеров кидалось сайлентблоками, Леха открутил кронштейн. Болт, который крепит его, тоже. Балка отгинается вниз, болт вытаскивается туда. Бензобак, в принципе, мешает, но его можно обойти. Здесь вот провода убираем, все нормуль. Специнструмент, подожди, надо снять. Эксклюзив, надо же снять. Не надо, что? Нет? А зачем? Кому-то рассказывать. Люди будут мучиться, бить, долбить. Не, ну какая, кто что насаживает? Кто кого? Кто кого тоже. Короче, у Лехи такая вот тема. Как ни странно, вот сюда упираем трубу и хорошей маленькой кувалдой бьем. И он вылетает, как ни странно. Интимный процесс намазывания. Сайлентблок намазан прям густо-густо. Увлекся. Ты не видел, как ты меня звезду ютуба, блядь? Нет, я твою это, закрою лицо. Москва, видишь? Да. Путина, блядь. Проклянул нахуй вообще. Путин тянет сайлентблок. Этот, эта херня же от этого, от опоры двигателя этого десятки. Что-то такое. Ну да. А болт, самые большие болты у мужиков с КамАЗов. Потому что где-нибудь в другом магазине такой болт фиг найдешь. Там, наверное, уперся уже, да? Не криво встал? Криво встал. Как будто бы эта часть сильно криво. Вот этот был болт от КамАЗа. Это гайка хорошая, тоже от чего-то. Две пластинки от опоры двигателя ВАЗовской. Видимо, съемник для подшипников ВАЗовских, но для ВАЗовских мы ни раз его не использовали, а использовали здесь, оказывается. Это просто радиальный упорный подшипник. Так, что еще, головку подставляли. И все вроде, комбинируя эти штуки, удалось в несколько заходов затянуть сайлентблок. При этом я стукал кувалдой снутри, а Леха тянул спереди. И все зашло. Пока мы с вами беседовали, уже вставляется болт. Почти зашел. Зашел? Сначала вставили болт, а потом прикрутим эту херню. Кронштейн балки. Потому что я не помогаю, Лехе приходится балку поднимать домкратом. Так обычно мы не пользуемся домкратом. Володя держит, я колеса снимаю, ремонтирую, и он отпускает. Чтобы не лезть под опущенную машину, симулировали домкратом.
как будто бы колесо стоит под нагрузкой. Ну, до среднего положения его дожали и затянули сайлентблок, потому что так быстрее и проще. Ну, там, соответственно, все трубочки, болтики, все на место, все затянуто. Все готово, что ли? Так, два сайлентблока за 5 часов 10 минут. Так, интересно. Причем первый за 5 часов. А второй за 10 минут. А интересно, кудрявые до сих пор бы кидались с сайлентблоком в подвеску?